Алло, меня Вита, напишите Т. О, Федоричо, ты чего? Это моя палка, которую я тебе принес. Отдай, отдай, Федорико. Я с вами говорил и не заметил, что он на мою палку напал. Да, ага, ага, да, да, ага, да, ага, да, да, ага. Ты секундишься. Отдай, Федорито. Я смотрю, ты пока подкачался, ты в форме. О. Ой, факен шнус. Кстати, если честно, то он сегодня вообще почти что не боится меня. Вы заметили, сколько раз я до него дотронулся? Он так... Короче, каждый день вот с ним происходит все улучшения какие-то, я замечаю. Каждый день. Вот он на руке сейчас, на моей. Типа, и он забежал. Он, походу, уже меньше совсем боится меня. Или он на стрим выкобенивается, да? Маленький, да, кот? Чисто говорят, вот, ну он ребенок. Ну вот, типа на кадре чуть-чуть видно, какой он маленький уже. Вот спереди на него смотришь, просто котенок какой-то. Да, просто запустил, там пацаны стримят, ну, на Твиче, и я просто здесь запустил. Потом я здесь стейк буду стримить, а пока что, ну, я подумал, просто захотелось с Федором посидеть, и я тут запустил. Спасибо за фоллоу, кстати, подписывайтесь на этот канал. Тут потом я именно между подписчиков этого, кто сюда подписался на Делив, буду деньги раскидывать. Ле. Федоричо. Ой, какой ты приблотненный. Федорико. К чему ваша агрессия? Давайте, как только тут 10 тысяч подписчиков наберется, я первый розыгрыш сделаю 1000 евро. Пойдет? Можно 10 победителей по 100 евро, либо 5 победителей по 200. Либо вообще можем одного выбрать и косарему отдать. Как хотите. Федоричо. Вы Федора подрогали. Улыбнись, Федор, ну съемка идет. Какие у него уши красивые, это вообще жесть. Вы понимаете, насколько они большие уши? 480 макс. Хуя себе, айфон вышел новый, 480 макс. А 480 Олег. Вот, вот так он, жесть, красиво сидит. Прям как это, как будто египетская сила какая-то, да? Вот он, я не понимаю, как он так получился. Из-за того, что у него лицо маленькое, ну, точнее, у него лицо слишком милое, он выглядит вообще таким маленьким, но вы посмотрите на его тело уже, вот, вот если отсюда смотреть. Он вообще уже не маленький. Ну, чихнул я, что поделать, Федор. Зато можно вот так вот лежать просто и кайфовать. Когда у меня синяки под глазами, интересно, пройдут, это такой пиздец. Они просто не проходят у меня. Зубы вообще не болят, типа. Единственный прям вот косяк-косяк, какой я заметил, это, ну, типа, не наслаждаешься едой вообще. И после еды надо зубы очень тщательно чистить. Здесь.